Владимир, что вы называете малой родиной? Город-герой Новороссийск, в котором мне посчастливилось родиться. Завидуйте мне! Ха-ха-ха! Я родился и вырос в городе Черного моря. Малая родина для меня — это эти горы, эти пляжи Новороссийска, эти люди, мои педагоги, мои друзья, маленькая смешная квартирка, в которой начал свой путь, общие кухни на в паре малосемейку моих родственников. Все то, что нас скроило, все то, что нас воспитало, все то, откуда мы родом. Вот для меня малая родина — Новороссийск. Новороссийцы, я вас очень люблю. Большой вам привет и поклон.